Вы знаете, мне кажется, госпошлина на развод – это такой, в общем-то, наверное, ход, палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, да, безусловно, уровень разводов, он очень высокий. И, конечно же, понимание того, что нужно сохранять семью или не стоит ее создавать, когда у тебя есть некие сомнения, должно быть у всех слоев населения, особенно у молодежи, потому что некая легкость, которая сейчас относится к брачным отношениям, она, безусловно, приводит к повышению и разводов, и ухудшению, собственно говоря, вот этой вот статистической картины для нашей страны. Но, с другой стороны, иногда для людей невыносимо, оказывается, жить рядом друг с другом, они портят нервы себе, и, что самое главное, могут страдать дети от того, что люди не способны найти общий язык. Но оплатить такую пошлину может быть им не по силам. И поэтому я не могу сказать, что я однозначно за или против. Да, некоторых людей это может удержать от развода, заставить подумать еще раз. Для некоторых может тяготить отношения, тяготить жизнь друг с другом. Но мне кажется, проблема не в госпошлине, а проблема в воспитании и в образовании. Если правильно доводить до сознания людей какие-то морально-этические ценности, вероятно, такие меры не понадобятся.